Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать все самое интересное. Сегодня у нас обзор продуктов, цен в магазине Ашан. Приятного просмотра! Вот такая лапша куриная. 110 рублей 81 копеечка. Здесь у нас 506 грамм. Таких покупали мы две. Вот они. Вкусная лапша. Это отдел кулинарии. Дальше батон нарезной, здесь 400 грамм, бренд «Русский хлеб», 29,60 цена, зелень в упаковке, 49 рублей 99 копеечек, здесь ассорти зелени, лук, укроп, петрушка, 70 грамм. Дальше вот такой творог фермерский, натуральный, залесский фермер бренд, 9% жирности, цена 88 рублей 80 копеечек. Да. Дальше котлетки, здесь котлеты богатырские, здесь у нас 3 штучки, цена за килограмм 459 рублей 99 копеек. Здесь 368 грамм и цена 169 рублей 28 копеечек. А в составе здесь у нас лук репчатый, свинина, мясо цыпленка и так далее. Дальше порошок для цветных вещей Ариэль аквапудра, насыщенный цвет, 338 рублей 65 копеечек. А здесь у нас 3 килограмма. Написано было, что акция 50% скидка. Дальше. Вот такая шуба. Селедка под шубой. Так, здесь у нас 304 грамма. Цена 106 рублей 40 копеечек. Цена за килограмм 349 рублей 99 копеек. Дальше батон отрубной, тоже 400 грамм, здесь цена 35 рублей 99 копеечек. Бренд «Русский хлеб». Филе курицы, каждый день, маркировка «Ашан». Цена 248 рублей 14 копеечек, здесь 909 грамм. Далее плов куриный. 115 рублей 62 копеечки за 282 грамма, а цена 409 рублей 99 копеечек за килограмм. И последняя покупка вот такая. Московский провансаль майонез, 67% жирности, натуральные, 7 натуральных ингредиентов. Здесь у нас так сделано по ГОСТу. Какой тут у нас объем? Не вижу. Да, 672 грамма. Вот такой майонез в Ашане стоит 149 рублей 10 копеечек. Вот такие цены в магазине Ашан. Подписывайтесь на канал. До встречи!